Так, онлайн прервался. Ага. Онлайн прервался. Левее берем. Мы бы оттуда выехали. Вот, где-то уже очень близко. Здесь. Сейчас где-то здесь развилка, и здесь сейчас будет налево столбик прямо возле поворота. Так, онлайн прервался, ищем газель, продолжаем. Связь пропала. Где-то уже близко. Короче, нашли пуговицу. Самая ценная пуговица, короче, да, находка была? Да, укладоискатель. Сейчас увидим пуговицу за 90 копеек. Это, блин, вообще приравнивается, как сейчас, 850 гривен где-то, да? Да не, ну ничего. 900 гривен, как сейчас. Пуговица за... Вот он столбик, смотри, 52-53, правильно? Нет, и куда? 52, здесь 53, сюда налево. Налево, да? Да. Вот он столбик, вот он поворот. Все верно. Мне надо, а я оттуда ехал. Мне надо было ехать сюда, а я какого-то... Рано поверну. Пролет раньше повернули. Сейчас ты видишь, какая дорога. И вот я вот сюда выскочил, и я понял, что это уже все. Тут вроде хорошая дорога. Да нет. Не для газели, да? Не-не. Луночка, ну. Не, ну тут нормально вообще. Зеленая мечта проехала, да, Сань? Да. Не, ну у тебя зеленая мечта. У тебя правильно разрисовка. А, у меня же разрисовка. А вон вижу газель в темноте. О, это не газель, это там кто-то стоит уже. Поехали быстрее. Может, жить? Поехали, может, газель разбирают уже. Да. Это может быть башня, нет? Не-не-не-не. Это вот как раз там, где стоит моя машина. Это... И это фары. Я думаю, что это габариты чьи-то. Газель сюда мордой стоит. А, газель сюда мордой стоит? Вот газель, видишь? Это не газель, фары какие-то прямо отзеркаливают. Едой? Ты что, офигел? Да не, ну тут недалеко, просто мы немножко петляем. В новых кожаных сандаликах? В оригинальных? О, газель, вижу газель. А что ж то красное светилось? Это где-то далеко, да? Интересно. И высоко. Смотри, какая газель, высокой крышей, блин. Маршрутка, да? Видишь, чуть-чуть не развернулся, немножко не хватило. А, и начал разворачиваться и застрял, да? Да. Ёханый бабай. Ты там увидишь, сколько я накопал. Ого. Это что такое? А, это колесо просто вывернутое. Подъезжай ближе, Сэм. А я думал, уже его там да. Нету. Занесло вас, блин. Пошли я смотреть. Я помню, как мы в Прилуках газель тянули. При Луках. В Полтаве. В Полтаве? Не помню. А может и помню. Но у меня все записано, мне не надо ничего помнить, Саня. Так, друзья, что тут? Газель. Песок. Какое-то место вы выбрали для разворота неудачное. Ох, елки, тут человек и копал. И деревья подкладывал. Да. Конечно. Весело. Да, красота. Ночной лес. Закопанная газель. Место для разворота выбрано не очень удачно, конечно. Не туда повернул. Место, говорю, надо было где-то или раньше, или дальше посмотреть, что-то выбрать потверже. Тут еще что-то перекопано, раскопано. Фонарик есть.
Чего? Пуговицу Саня потерял. Какую? С трусов? Она у меня пластмассовая. Пластмассовая пуговица. Слепой потерял пуговицу, блин. Пока не найдем, не поедем никуда. Ну что, что мы делаем? Ну цепляем и пробуем. Цепляем и едем. Тебе надо развернуться для начала. Зачем? А зачем? Люблю лодочкой. Попробовать ее потянуть. Ее надо вытянуть? Да ну, просто тросом можно. А, можно трос лебедки, Саня, это. И ходом потянуть ее просто. Так, сейчас я ее открою. Придержать там, чтобы не распутался, не запутался. Ну давай, я тебя спущу. Здесь ты слов. Давай, я рукой держу. Саня зацепил, закрывай. Что там не закрывается? Я думал, что мотор работает. Стеклоподъемник. Думаю, надо не ходом, а мягенько. Да. Только скажи ему, чтобы он не газовал. Чего лебедочкой? Можно. Можно и лебедочкой, можно и ходом. В принципе, тут проблемы никакой нету. Это не те. Не, не газуй. Ну да, тут для нас это так. Ни о чем, это не оффроуд. Просто человек неудачно развернулся в лесу. Тут крутятся вроде. Руль выровняй, Саня. Саня. Руль. Руль влево, ты, у тебя вывернуты колеса влево. Да назад с ней проедь, не отцепляйся. Вправо руль, попробуй сам поехать. Да, человек копался конкретно здесь. 3 часа выкапывался. Но безуспешно. Запах газа устойчивый. Право руль. О, все, все. Чуть левее. Вот так. Нет, много. Хорош, вот так прямо и поедешь сейчас. Ну, уже не страшно, если закопается. Вот и все спасение почти сейчас. Нормально, с парочкой едет. Все.
Все, осталось развернуться. Едь, а! Та не, я в Шишигу. Право, Саня, вот туда можно. Ты мне светишь в глаза, я никуда не вижу. Ты свети туда, куда мне ехать. Вон туда можно, между деревьями вправо. Так, все, разворачиваемся. Веточка, не страшно. Еще вперед, вправо, Саня. Можно назад тоже. Что-то мост у тебя подустал, как по мне. Метр еще. Хорош. Газель уехала, все хорошо. Подожди, не та нога. Специальная посадка в Шишигу. Да, мост задний у тебя. Клацает тебя? Клацает уже, ну такой люфтец приличный. Ну это знакомое мне состояние просто. Слушай, я вскрывал болты там какие-то, и я смотрел на шестерню, удовлетворительно состояние без. Да не шестерни, люфты большие. А просто. Люфты большие. То есть их надо как-то там поджать, поддавить, пластины подложить. Ну редуктор, да, отрегулировать надо просто хотя бы по меньшей мере. Ну подшипники, может, скорее всего, подустали. Так, ну все, газель достали, все хорошо. Пуговицу сейчас еще посмотрим. Да, вот такая пуговица. Да. Интересно, что означает картинка. Что, я тебя перенесу, ты в Азели поедешь? Я? Или на Шиши? На Шише поеду. Давай мы выедем. Ну давай. Не, да тут а я там уже... мне надо все равно будку заглянуть за огурцами. Окей, все, тогда там на этом. На асфальте где-то в районе труб. Да, интересная пуговица. Я не понимаю, как, ну, то есть я вижу, что это времен. Давай я тебе в сумку закину, то ты посидишь. А каких это времен? Советских? Ну, написано 90К. На чем еще могли писать 90К? Причем 90 копеек царских не могло быть. Да, это не. Очень дорого для кувы. Это... 90 царских копеек. Да и на царизме не писали цену. Не писали, это при совке писали. А при совке вот такие орнаменты не использовались. Вот в чем все дело. Да, интересно. Причем самое давай смешное нашел вот так на дороге. А, да это вот так вот глубине. Прямо на дороге, вот на такой глубине нашел. Да, прямо нашел. Вот, прямо на дороге. Да. Вот такая вот фигня. На 40-сантиметровой глубине примерно нашли, да, интересно. Выехали через лес в сторону Броварского проспекта. Вот этими курятиной пахнет. Сейчас это не боковня, как называется это, блин? Улица Радиста.
Поковня. Ну да, улица Радистов. Лесова Каска. Да, Лесова Каска, да. Правда. Прямо перед нами Броварской проспект. Такие неожиданные срезки у нас. Газель, оказывается, недалеко от асфальта вообще стояла. Правда. Так, а вот и Броварской проспект прямо перед нами. Стекло тарахтит. Ваня, вы меня с собой забираете или выгрузите? Кого? Приближаем проспект Тересяна. Мы сейчас повернем. Поверните направо. Встанем, чтобы можно было в будку заглянуть. Все, приехали. Броварской? Да. Броварской. Сейчас пойдем посмотрим, что с огурцами, остановимся и домой. Ага, не здесь. Вот здесь черточку. Да, в принципе, без разницы, найдет и так. Ну, слепой меня рекламирует круто. Ну, что охренеть тут с огурцами? Огурцы целые. Смотри, все на месте. Какой стоит комфорт машина вообще показала, нереально. Это ничего не привязано. Ничего не привязано. Все, о, все стоит. Круто, да, ну, тут баня у нас здесь. Баня здесь у нас. Огурцы фестивальные. Огурцы вздулись? В Бобровицу возьмем их? Ну, так это у вас реально дом на колесах. Да. Слепой лютует, блин. Обороты. Все, летим. Людей спасли, все хорошо. Слепой рулит. Магнитола дребезжит. Какая скорость, Саня? 80. 80 на шашлыке, это жестко. Броварской проспект. Заехали с одной стороны Киева, выехали с другой. Точнее, с одного массива заехали, в другом выехали. 90! 90, блин, тормози. Легковушка. Дегенераты, блин. О, это он нас обогнал? Да. Тоже маньяк еще, такой как ты, короче. Газель нас обогнала, которую мы вытащили.